На конкурс «Дети читают стихи» lyavabilint.ru. Поп Даниил, 9 лет, город Омск. Константин Симонов, родина. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов. Непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке. Ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал. Ты вспоминаешь родину такую, какой ты ее в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трём березам, далекую дорогу за леском, речушку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ледником. Да! Можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно холодать и голодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.